Кто мы? Просто люди, разные лица, разные судьбы. Кто-то теряет минуты беспечно, кто-то на полной едет по встречной. Ночью кому-то не спится, может развод, а может жениться. Или фанаты звонками достали, спутали с кем-то и обозвали. На поле мы друзья, мы команда, ты и я, мы вместе. Мы заодно, новая песня, другое кино. Поднимайте ваши руки, наш футбол спасет от скуки. Тренер супер, голова. Добрый день, дорогие женщины. Спасибо, что пришли. Извините, что я вас отвлекаю от домашних дел, но я хотел бы заручиться вашей поддержкой. Да. В общем, я хотел бы через вас просить команду возобновить тренировки. А зарплату выплатят? Нет. Пока нет. Наша песня. Начинай сначала, да? Нет, нет. Давайте начнем по-другому. Милые дамы, я понимаю, у вас дети, их надо кормить. Я понимаю, понимаю, все. Да не надо кормить. Но ведь если вы скажете мужьям, не соглашайтесь, они же вас послушают. Жены это вообще... Жены это... Можно? Да? Да, пожалуйста. Варя, Вероника, давай. Вероника Садовникова, супруга левого полузащитника. Очень приятно. Илья Петрович, а по-вашему мы должны сказать, иди, дорогой, играй, а я поработаю за двоих, так, да? Что да? Нет, ну, зачем же так-то? Зачем так? Понимаете, была бы я женой мостового, жила бы в Испании, как и каждый из нас, имели бы свой коттедж, Мерседес, прислугу, конечно, мы сказали, иди играй и ни о чем, кроме футбола, не думай. Но понимаете, дело в том, что мы живем в Болотном и зарабатываем копейки. И кормить детей, как вы сказали, сами нечем. Понимаете, вот что ты сегодня давала? А потом, вы знаете, они хоть на стороне могут подработать, а так они будут бесплатно у вас тренироваться. Где брать деньги? Ну я что хотел? Я хотел... Пока они играют, они пьют больше, чем играют. Встретиться, конечно, поговорить. Ну хорошо, хорошо. Ну вы меня поддержите. Ну, тихо! На тренировках пить. Тихо! Если можно, пожалуйста. В общем, я вас жду вечером в 8 часов здесь же. С мужьями. Вот там, там и поговорим. Спасибо.
волнуйтесь. Больно не будет. Может быть, только чуть-чуть. Где это вы так? Опа. Где-где? Такого опа. А, так вы футболист. Ага. Играете за нашу команду. У меня муж болельщик. Сумасшедший просто. Скоро своих Рональдо и Зиданов по всем углам развесит, молиться начнет. Вот скажите, вы свою жену заставляете футбол смотреть? Да-да-да. Ну, девушку. Да-да-да. Значит, с вами можно спокойно кокетничать? Ага. Все, больнее не будет. Можете прикрыть рот. Можно. Что можно? Начеку. Да это я вас просто отвлекала. Извините. Эту песню болотнинские друзья дарят своему другу Владимиру, лучшему футболисту, одно появление которого на поле превращает футбол в шоу. По краю поля я бегу, я нападаю. Серьезно, что ли, футболисты? Серьезно не бывает. А где играете? Торпеда болотная, смело вперед. Яшка в защите любого порвет. Торпеда болотная? А что, есть такая команда? Не знаю, может, уже и нет. Разговор есть, все. Разговор. Да. Завтра вечером 8 часов общий сбор. Что, тренера дали? Значит, дали. Было несколько кандидатур, выбрали наиболее достойного. И кому же так повезло? Борзых Игорь Петрович. Выйдите с нами. Володя, ты запомнил? 8 вечера. Федор Федорович, а ты вот про мои 7 минут в молодежной сборной поди растрепал. Нет, не успел. Мы с вами поедем. И не надо. Володя. Буду. Поехали. Обязательно. Третья минута встречи. Штрафной удар. Дай. Ну быстрее. Ну что ты телишься-то? У меня сегодня на приеме футболист был. Тоже грач. Штрафной, еще навес. Это что, Виталий Шедович? Ты же пытался ухаживать. В более выгодной позиции. Ну, а ты? Я. Дала понять, что его ухаживание выглядит неуместно. Дура. Тебе главное оскорбить, унизить человека. Дала понять, что выглядит глупо. Ну что, должна была ответить взаимностью? Не знаю. Надо было как-то по-людски улыбнуться. Ну, домой пригласить. Со мной познакомить. Господи, какие страсти из-за игрока болотного торпеда. Молодец! Слушай, понимаешь, Лёд, знаешь, вот смотри, вот. Вот фамилия Грач, она же ведь не распространенная. Вот видишь, вот футболист, он тоже Грач. Только ты наверняка это либо родственник, либо брат. Прости, пожалуйста, что не дала тебе возможность приобщиться к прекрасному. Ну, Люд, прости, виноват. Ну, психанул, ну. Слушай. А ты ведь можешь ему позвонить, а? В любой момент. Там же в медицинской карте есть телефон, правильно?
Ну, там, пломбу поставить или лекарство передать, а? Лед, а? Андрей. Ну? Ты больной человек. Ну, больной человек. Ну, какой я больной человек? Ну, ну, знаешь, мне просто это важно. Вы ж важно. Гол! Гол второй! Молодец! Молодец! Мужчина, а вы из торпеда? Да. Вот, держите. 500 рублей. Зачем мне? Это заказал кто-то из ваших, не знаю кто. В общем, я свою работу выполнила, претензию устранила. Вы меня извините, но я тут ни при чем. Нет, подождите. Ну а что же мне теперь с ними делать? Как мумию мотаться, что ли? Вы извините, я не знаю. Вы, главное, не расстраивайтесь. Грач! Здорово. Здорово. Кто это? Иди вон, шарф чего? Чего? Шарфики купи. Так. Клево. Так. 10 штук. Вот. 300. Вот, спасибо. Пакет в подарок. Все. А 350 не дадите? Чего? 350. Не, ну что такие деньги? Не. Странная тактика. Думаете, выпьют, расслабятся и сразу начнут тренироваться? Может, и согласятся. Протрезвеют, опять откажутся. Без толку их уговаривать. Их чем больше уговариваешь, тем злее они становятся. Деньги платить не пробовал? А откуда я их возьму? В общем, на ближайшей игре должны быть все потенциальные спонсоры команды. Кто, простите? Все, у кого в Болотном есть бабки. Теперь в понедельник 2 часа. Спасибо, Людмила. А, и еще... У вас десны слабые, а у меня есть препарат импортный дома. Вы не подумайте, я лекарствами не торгую. Я просто для себя привозила. Ну, так... Просто он у меня дома. Ну, так принесете их или мне? Не, ну если вы можете зайти, но... Могу. А во сколько? Ну, если можете, то 8 часов. 8? А, ну вы не можете, да? А можно в 7? Это вам. Но вы же все-таки женщина, в конце концов. Ой, здравствуйте, здравствуйте! Люд, ну ей-богу, ну что за человек, это на пороге держишь? Проходите, проходите, у нас там накрыто, пойдемте к нам. Что такое? Подожди, нет, да я по делу. Да ну что вы, что вы, что вы? Это не по-русски. Выпьем, поговорим, потом пойдем. Да, пойдемте. Пошли. Вот у нас здесь ребята, тут у нас, да, все хорошо. Здрасте. Вот сюда, здрасте. Вот сюда, на почетное место. Так. Виталий? Володя. Как? Костя. Андрей. Прошу вас. Так. Слушай, я хочу есть. Да, ну что, я уже не могу. Сейчас опять уговаривать начнут. Поработайте бесплатно, пожалуйста. Ну скажи, а что делать? Просто сидеть и ничего не делать, что ли? Ну, скажи мне. А не начнем тренироваться, так и будем всем лететь. А будем лететь, так и из второй лиги вылетим. Добрый вечер.
Игорь Петрович Борзых. Здрасте. Наш новый тренер. Я надеюсь, все в сборе. Грач может задержаться. Давайте сразу договоримся. Дисциплину лучше не нарушать. Я не сомневаюсь, вы, ребята, умные, серьезные, талантливые. Мы с вами, естественно, подружимся. Да, так сказать, гуще народа, так сказать. Извините, пододвиньтесь, пожалуйста. Будьте добры. Конечно, извините, я вас беспокою. Конечно, конечно, конечно. Пододвиньтесь, пожалуйста. Ну, давай, давай, давай. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, что? Спасибо. Ну, не жалко. Ну, что ж, дорогие друзья, давайте, давайте сначала выпьем, ну, а потом поговорим. Давайте, значит. Ну, что, успел? Тияшка! Тияшка! Здравствуйте! Племянницу захватил? Извините, Игорь Петрович, он у нас всегда отличается. Ну что ж, дорогие друзья, давайте сначала выпьем за знакомство. За знакомство. За девушкой поухаживать. За знакомство. За знакомство. Прокопенко. Прокопенко отдает мяч Лукашенко. И они, кстати, они женаты. Вот слушайте, Дания, Голландия. Я лично этот матч видел. Какие он корки мочил, не поверите. Говорит, защитник датчан поднимает ногу, и атака Голландии захлебывается. Слушай, я, кстати, 5 лет назад был на вашем торпеде, так там один защитник, он пьяно играл весь матч. Он песни пел, весь стадион в лёжку. Кстати, Кияшка его зовут. Так он сейчас, по-моему, играет, да? Ну, да, ладно, ребят. Мне пора, спасибо. Чё такое? Дело в том, что я и так уже опоздал уже. Спасибо большое. Да не, ну ладно, не дурак я. Слушай, у меня к тебе просьба. Ты не мог бы Олега Грача попросить пару фотографий передать? А то он у Костяна сын по нему фанатеет. Да и мне одно. Получится. А чё так? Это просто однофамилец. Я никакого отношения, ребят, не имею. Спасибо большое. Извините. Ты извини. Виталий! Виталий! Да. Виталий, простите, я правда не думала, что так получится. Это ты гель, я обещала. Все, извините еще раз. Дорогие друзья, я и говорю. У всех налито. У всех. Я вот слышал такое выражение. Главный закон жизни. Конечно, каждый решает его сам для себя. Вот я решил его так. Если что-то хочешь получить, обязательно надо чем-то пожертвовать. А вы уже чем-то жертвовали? Конечно. А что получили? А это я, как понимаю,
Виталий Грач, нападающий, да? Ой! Извините, я хотел задать вам вопрос. Вы случайно не родственник? Нет, осталось. Да вообще ничего. На огурцы, огурцы. Огурцы у нас. Когда? Извините, я вынужден вас покинуть. У меня это режим. Тренировка завтра в 9 утра. Жду всех на стадионе. В 9 утра. В 9 утра жду всех на стадионе. До свидания. Вот, опять я первый. Лишний вес. Храмчиков 5. Максимум 7. 12. Здрасте. Здрасте. Кто тут у вас о спорте пишет, а? Могу я написать. Угу. Значит так, пишите. Игорь Петрович Борзых, тренер команды «Торпедо Болотная». Команда решила начать новую жизнь. Решила начать новую жизнь. Новую жизнь, да. В следующем году ставит перед собой задачу выйти в первый дивизион. Задача. Пишите, пишите, ставит задачу выйти в первый дивизион. Первый дивизион. Первый дивизион. Первый. Записали? Вот. Тетя Ань. Чего? А я, представляешь, сегодня с футболистом познакомилась. Как тебя угораздило? Да я с этими шарфами прямо на стадион пошла. Вот, ну вдруг вижу, парень идет, ну такой в спортивной форме. Ну я с этими шарфами к нему и сунулась. Ага.
А он стоит, смотрит, улыбается, ничего не понимает. Кто он? Как его зовут-то? Не знаю. Спонсоры есть. Спонсоры есть. Да. Пишите, пишите. Спонсоры есть. Есть спонсоры. Для решения поставленной задачи не хватает еще немного средств. Для выполнения поставленной задачи не хватает, средств. Не хватает немного средств. Немного. Средств. Команда ищет. Обдумывает решение. Команда ищет. Обдумывает решение. Обдумывает. Готово. Решение. А кто спонсор? Алекс? Какой Алекс? Сеть магазинов Алекс. У президента, кажется, там сын футболист, а? Или нет? Как фамилия президента? Левин Александр Соломонович. Да-да-да-да-да-да. Очень талантливый. Очень талантливый вратарь. Талантливый вратарь. Шарфики! Шарфики покупаем, молодые люди! Шарфики! Поддержим родную команду! Шарфики! Покупаем шарфики, молодой человек! Шарфики! Стольник! Каждый. Шарфики! Каждый! Покупаем шарфики! Шарфики покупаем! Тихо-тихо-тихо-тихо! Это же эксклюзив! Специально заказал пробную партию в Прибалтике! Специальный из Прибалтики, эксклюзив. Шарфики в Прибалтике. Покупаем, молодые люди. Стольник. Давай так, все 500 и не торгуемся. Уломал? А ты должен сделать так, чтобы они пришли. Это твоя работа. А моя, чтобы команда показала, что может играть. А она может играть. Короче, они должны быть на стадионе. С отцом Марка Левина я сам поговорю. Простите, Игорь Петрович. Думаете, с ним никто не пробовал разговаривать? Вот-вот. Да никто у тебя денег не просит. Просто посидим. Иначе тренер с меня живого не слезет. Пивка попьем, поболтаем. 100 лет же не виделись. Ну? Ну, подумай, подумай. Угу. Серег! В школе он был тихим, послушным мальчиком, но уже в старших классах учителя заметили в нем неодолимую тягу к воротам. Только в воротах он чувствовал неповторимый душевный подъем. И жизнь наполнялась смыслом. Врожденный талант, кропотливый, изнурительный труд на тренировках и тщательное изучение вратарского опыта, накопленного человечеством. Да, вот три источника и три составные части. Марик. Здорово. Три источника и три составные части его успехов. Слушай, послушай. Ведь уже сейчас его называют наследником великого Льва Яшина. Слушай, Марик, как где Борзых? Про кого? Про кого? Да я не знаю. Марик. Марик. А, Марик. Знаешь? Это что такое? Слышь, Алиса, дай. Слышь, дай. Ну, дай. Ты думаешь, я вратарь, я меньше любви. Ну-ка, дай. Ну, давай, лома. Ну чё, дай сумку-то. Здрасте. Ты кто? Я Миша Зяблин. Какой Миша? Ну, обезьяна в парке с мячом, помните? Поговорю вас. Ай, Миша, Миша. Вообще отличная техника. Удар поставлен. Вообще хороший парень. Приглядим. Крайний полузащитник. Нападающий. Нападающий. Ну да, таранного типа. Ну, идем посмотрим, что у тебя за техника нападающий.
Молодой человек! Идите сюда. Иди, иди. Когда тренер говорит, надо стоять и слушать. У нашей команды мальчик большое будущее. Если хочешь хотя бы в запас, надо работать, работать и еще раз работать. Садись, сынок. Садись. Мы опять начали тренироваться. Да считал, считал. Наследник Яшина, вратарь Марк Левин. Смешная статья. Да, смешная. Действительно, в духе советских очерков. Закончил институт с золотым дипломом, в совершенстве владеет английским, французским, немецким. Это я. А счастье нашел в воротах. Смешно. Марк, а этот тренер тоже будет просить деньги? Марк замечательный футболист. Вратарь от Бога. Ну, может быть, перейдем сразу к делу, а? Команды. Команды, кстати, перспективные, очень перспективные. Ну, я денег на физкультуру не даю. Зачем вы так? У нас, кстати, завтра игра. Вы приходите, посмотрите, приглядитесь. Мы пригласили и других бизнесменов. Вот, может быть, с ними вам и повезет. Вы хотя бы ради зрелища, что ли, придите? Приду. Честное слово, приду. Будем ждать. Приходите. Да приду я, честное слово, приду. До свидания. Тамара Петровна, не закупает эту французскую гадость. Осторожно. У нас тут ступенечка разбита. Ага. Вот. Вот сюда, пожалуйста. Ай. Вы всех знаете. Вас все знают. Приветствую. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Надеюсь, понравится. Не пожалеете. После матча увидимся. Удачи. Эй, мамба. Тоже на футбол пришла? Спасибо. Ну, алло, гараж. Ну, что ты одна-то села? Пойдем к нам. Ну, смотри. Мое дело предложить. Торпеда! Все, ребят, ухожу на плавание. А ласты никто не захватил с собой? Дайте, пожалуйста. Ласты, ласты, ласты. Ласты, одна пара. Одна ласты. Вот так вот. Вот так. Вот так вот. Там. Воды брось. Оп. Воды не утопись, ляпы. Все, отплавал я свое. Где? Четверок. Не успел прийти. Сделай. Лайк туда. Перестань попал.
Водички, водички. Так, водички. Сколько сбросил? Пять. Ну, Игорь Петрович, внутри это железно. Я чувствую, у меня легкие ноги. Максимум два. Да? Сергей, извините, мы же с вами как договаривались? Не сгоните вес, в основном составе не выходите. Только в запас. Уговор дороже денег. Я все понимаю. Хорошо, что понимаете. Уважаемые господа футболисты, прошу минуточку внимания. Пожалуйста. Минута внимания. Значит так. Сегодня к нам на матч придут спонсоры. Кто-кто? Наши потенциальные спонсоры. Спонсоры сегодня придут. Они готовы вложить в команду деньги. Деньги в тебя вложить готовы? Да, 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 деньги. Что же во мне? Сыграйте мощно, красиво. Это мы умеем. У вас будет все. Вы меня слушать будете или нет? Я говорю, сыграйте мощно, красиво, у вас будет все. Деньги, машины и прочие дребедень. Это вам надо, надо нам. А главное, главное, главное. Сядь уже, сядь, сядь. А что ты кричишь на него? Главное, у вас будет надежда на будущее. Одежда на будущее у тебя. Ой, извините. Ну, хорошо. Давайте поговорим о матче. Орион, конечно, думает, что забьет нам как минимум 5 штук. Но мы же с этим не согласны. Не, мы согласны, согласны. Я лично думаю, что и ничья нас не устроит. А, ну если так, то да, нас не устроит ничья. Ну что, накажем этих выскочек. Сделаем этот Орион. А, мужики? Ну, сделаем, накажем. Постараемся. Ну, надо сделать. Сделаем, сделаем. Это надо Кияшкиным друзьям. Кияшки. Они накажут, сделать. Не слышу. Разбедут это. Накажем, если надо, сделаем. Ну, скоро их попросят, накажем. Конечно. Ну, вот. Это уже на что-то похоже. Работаем, работаем. Телекинез. Слышь, мужики? А, кто это был-то? Комсомолец. Привет. На, раздавай. Так, мужики, разобрали быстро. Давай, разбирай. Нормально. Все отлично. Как тебе с командой поперли, так как я бы только родился.
Ну и чего ты напрягаешься? Все равно 0,3 будет. Или 0,4, как всегда. Не будет этого! Проводил. Кого? Спонсоров. Валька и шапка, и моя лошадка, накручивай версты по жизни, и так же, как прежде, я растворюсь в нами. По-хорошему, я вижу, вы не понимаете. И биты поломаны крылья. Ну что ж, попробуем по-другому. Завтра переезжаем на базу. Будете жить там. А где это? Не забудьте попрощаться с женами. Thank you.